Не первый год власти Пинского района поддерживают на местном уровне соревнования школьников по разным видам спорта. Сегодня в Пинковичах принимали участников состязаний по волейболу. На старте оказались команды девушек. Игры провели по новым правилам. Система проведения была довольно такая новая. Команды были разбиты на две подгруппы. Значит, одна подгруппа соревновалась в Пинковичах, вторая соревновалась здесь, в зале ФСУ «Лада Спорт». Школа, по мнению судейской коллегии, первое звено, дающее мастеров данного вида спорта. Девушки, как и юноши, тоже оказались достаточно сильными и выносливыми для игры в волейбол. Победителя определить сразу оказалось делом непростым. Места распределились следующим образом. Третье место заняла команда Сошнинской средней школы, второе место Калауровичской, ну и чемпионами стали учащиеся Ласинской средней школы. Следующим видом спорта, где сразятся лучше, станет мини-футбол. Далее эстафету будут принимать юноши из школ Пинского района. Их приглашают для участия в турнире под символическим названием «Защитник Отечества».